Чтобы провести свадьбу, я взял кредит в банке. С трудом выплачивал, но работы стабильной не было. Через пару лет стало невыносимо сложно. Сосед сказал, что нашел объявление о работе – убирать урожай в поле в другой стране. Я согласился, сел в автобус с другими работниками и уехал на заработки. Нужно было с утра до вечера собирать овощи, а по вечерам еще работать на стройке у того же хозяина. Паспорта у нас сразу забрали, чтобы оформить разрешение на работу. Кто смел перечить, били стеклянными бутылками по ногам, а самых буйных избивали палками. Нас было почти 20 человек, а хозяев четверо, но мы все равно не могли оказать противостояние. Мы были психологически сломлены. Поняв, что деньги не выплатят, что семья дома одна, я сбежал оттуда. Перешел границу через реку, потерял здоровье и ничего не заработал. Но я рад, что хотя бы смог вернуться к семье. Принимая предложение о работе за рубежом, вы рискуете стать жертвой торговли людьми и принудительного труда. Чтобы обезопасить себя, узнайте больше информации по номерам горячей линии 1899 и 0800 000 0189 или скачайте мобильное приложение «Справочник мигранта».